Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск в эфире польского телевидения. По мнению политика, Польша не должна быть самопровозглашенным лидером Междуморья, а напротив, обязана вернуться к роли государства-опекуна, которое поддерживает стремление стран новой Европы. Напомню, накануне новый премьер-министр страны Матеуш Моравецкий выразил свою категорическую позицию по отношению к Украине. Он заявил, что межгосударственные отношения необходимо строить на исторической правде, а такие события, как, цитирую, геноцид на Волыни, нельзя забывать.